А знаете ли вы, как внести уютные, теплые акценты? Вот, Лариса Алексеевна, у меня к вам вопрос. Как вносите вы уютные акценты в свой интерьер, помимо штор? Ну, я люблю, чтобы на столе стояли вкусные какие-то печенье, конфеты, фрукты, чтобы человек, который приходит в гости, сразу понимал, что его ждут и приготовились. Замечательно. А как стоит у вас дело с пледом? С пледами тоже у меня много пледов, и для того, чтобы, потому что у меня есть причина их менять. Так. У меня дома есть некоторое животное, которое часто прыгает и приходится... А кто же это? Это Мотя. Но про нее много нельзя говорить, у нее звездная болезнь. Да, ее часто по телевизору показывают. Ну хотя бы какое-то животное. Это коричневый пудель, очень симпатичный. Но она думает, что она живет на кровати и на столе на кухне. Где я, там и она. Поэтому приходится время от времени пледы менять. Но вы знаете, я вот здесь вот сижу, трогаю это чудо и хочу сказать, что... Хочется думать о хорошем, говорить о хорошем. Это не только уют создает, создает какое-то внутреннее славное настроение. Вы знаете, я с вами полностью согласна. И все, кто знакомы с такими пледами из Вилсофта, я расскажу об этом через несколько минут, думаю, действительно, точно так же. Но сегодня, что приятно, мы уважим абсолютно каждую хозяйку, потому что у нас не только один плед, у нас три модификации на выбор. Ну, конечно, о цен я сегодня поражаюсь. Давайте познакомимся. Да. Да. Смотрите. Итак, зеленый, да. Модификация зеленый. На диване у нас, пожалуйста, вот можно обновить свой диванчик. Он на самом деле сиреневого цвета, но заявлен у нас как серый. Поэтому можете заказывать, если услышите серый, это будет вот такой сиреневый цвет. И тот, который выбрала Лариса Алексеевна Рубальская, это розовый. Он как раз на кресле, где вы сидите. Да, такой очень романтичный вариант, необыкновенный, очень нежный. Цена. Цена всего лишь 999 рублей за преображение. Нотка уюта, нотка теплоты и ярких красок. И можете теперь не бояться, что ваш любимый питомец, например, поцарапает, повредит вашу мебель. 999 рублей. Полная безопасность для мебели и комфорт. Вот вы знаете, говорят, что когда на небе такие тучи, когда пасмурная погода, нужно идти в магазин, где продаются люстры, яркие лампочки, чтобы настроение изменилось. У меня свой рецепт. Так. Вот такой плед приобрести, гладить его вот так, посидеть. И как рукой снимает осенний хандру. Ну, действительно, такой плед он будет снимать, потому что такая необычайная нежность, мягкость, такие нежные объятия. Мне кажется, нам все порой не хватает нежности и теплоты. Мне кажется, он даже молодит. Конечно. А вы знаете, что Кристиан Диор сказал, что розовый цвет необходим каждой женщине, потому что именно от розового цвета меняется цвет нашего лица. Вот видите, я этого не знала, подумала, как Диор. Да, действительно. Ну давайте я вас сейчас укрою, и вы ощутите всю эту мягкость, всю эту нежность, да, и мы посмотрим, как розовый цвет еще добавляет такого некого шарма. И в таком прекрасном пледе хочется писать велеречивые романсы. Замечательно. Я хочу рассказать вам о нашем пледе, о нашем уникальном пледе из Вилсофта. Вот вы обратили внимание на мягкость, но знаете, чем я хочу порадовать? Вы сказали, ваша собака любит очень на кровати спать. Да. И вы периодически их меняете, наверное, потому что пледы ваши выходят из строя. Да. Вот с Вилсофтом ничего не произойдет. Как минимум 5 лет он будет радовать вас. Это японские технологии в мире текстиля. Это уникальное волокно. Вилсофт имеет фактуру велюра. Очень такой мягкий, пушистый, набитый, но это самая нежная прочность в мире. А докажешь, Кать, что значит самая нежная прочность? А докажу, и очень легко это сделаю. Смотрите, Вилсофт уникален тем, что как бы я его ни тянула, не растягивала, он даже не теряет своей формы. А после стирок? Подожди, Марина, это будет через одну минуту. Я тебе покажу, что будет после стирки. Смотрите, уникален также тем, что не истирается, остается такой же мягкий, такой же нежный и такой же густой ворс. Итак, густой ворс, потрясающая фактура, мягкая, и это величина постоянная. Если вы думаете, что, например, ну вот сейчас трогаете мягкий, пушистый, а потом раз, и он станет или лысым, или примнется, вот с нашим пледом вы совершенно не почувствуете изменений ни качества, ни ощущений. Смотрите, цена 999 рублей, как говорит наш эксперт, возьмите несколько, и это еще и преображение вашего дома. Вы избавлены от хлопот, заботы о мебели. А вдруг животное поцарапает или вытащит ворс?
никаких опасений. Лариса Алексеевна Рубальская нам доверяет, вы нам доверяете, звоните. Ну и, конечно, Катерина Архипенко использует даже дома такой плед, и я знаю, что маленькая дочка твоя, Катя, очень любит его. Ну, во-первых, у меня не один такой плед, у меня около 10 таких я пледов. Я не знала. Да, у меня около 10 пледов из Волсофта, потому что мой ребенок, у меня есть свой магазин текстиля, и когда мы приходим в магазин, она говорит, я не хочу игрушку, я хочу плед. Да, ну это было, когда ей было 3 годика, сейчас ей 5. И вообще, когда она впервые прикоснулась к Волсофту, невозможно было у нее его забрать. Но ты спрашивала, Марин, что будет после стирки? Мы чай пить собрались? Нет, мы не чай пить собрались, мы будем кипятить сейчас плед, так, чтобы вы все были уверены в том, что с Волсофтом ничего не произойдет. Это самая нежная прочность в мире, которая не линяет, не теряет своей формы даже после многочисленных стирок. Волсофт выдержит 360 стирок без потери качества. Вот минимум это да! Минимум 5 лет он будет служить вам верой и правдой. Посмотрите, с него даже вода скатывается, потому что очень густой и набитый ворс. Он кипятка не боится, посмотрите. Лариса Алексеевна, и вы такой где-нибудь видели? Нет, и краска не сходит. Я еще, знаете, что, девочки, я заметила? Иногда, когда покупаешь новую вещь, какой-то запах вот остается. А тут вот этот плед, я вот тут аккуратно понюхала, и никакого запаха нет. Просто... Да, замечательно. Да, вы знаете, и вода совершенно не покрасилась. И вода абсолютно чистая, потому что у нас используется уникальный метод крашения. Это активное крашение, когда прокрашивается полностью все волокно. Вы нет. видите, нет никакой разницы. Практически буквально, ну вот... Я не знаю, даже меньше, чем 0,5 тона, да, на половину тона обратная сторона отличается. Отличий практически нет. За счет того, что используется инновационный краситель, уникальный краситель, который не полиняет после многочисленных вот стирок. Опять есть недостаток. Так. Какой? Хочется все купить. А вот я хотела спросить, вы какой выберете, зеленый, все. Серый или розовый? Все. Все. Но сегодня цена 999 рублей за уют, за то, что можно по-разному применять эти пледы. Хотите на диване, хотите на кровати, хотите укрывайтесь, как наши любимые, уважаемые гости. Хотите, используйте, чтобы прятать мебель от животных, и тогда вам не придется менять мебель, вы ее сохраните. Ну и, наконец, создавайте настроение уюта и тепла, чтобы вы чувствовали всегда, как дома хорошо. Цена 999 рублей, и купите таких пледов, ну, например, 4-5, и доставка будет бесплатной. Ну, а у меня вопрос к Ларисе Алексеевне. Скажите, пожалуйста, а ваши внуки любят пледы? Они очень любят пледы. Я же даже подумала, ну вот, чтобы они легли вдвоем в кроватку, накрыть таким пледом, читать им волшебные книжки. Они будут счастливы. Еще в применении хорошие подарки. Представьте, какой замечательный подарок такой плед подарить. Конечно. Можно кому? Зеленый можно даже подарить или другого цвета, более мужчине, а такой детям и женщине. Вы знаете, я на все праздники же, на Новый год, на 8 марта, 23 февраля самый главный правильно, подарок правильно. У меня действительно плед. Вот если еще у кого-то из родных, близких, друзей нет пледа, обязательно подарю его. Ну, а и на следующий праздник могу тоже продублировать, потому что, мне кажется, много да, пледов это никогда не бывает. Да, радостно. Скажите, а вот ваши детки, когда вы им делаете подарки, да, приобретаете текстиль, вы обращаете внимание на гипоаллергенность продукта? Обязательно. Просто даже если я не обращу, то мама их в первую очередь и понюхает, и потрогает, и почитает, что это такое за ткань, это обязательно вот важно. Вот что уникально, именно Волсофт, он рекомендован для деток с первого дня жизни. Он абсолютно ой, безопасен да, и гипоаллергенный. Да. У моей дочки, у Ангелины, плед из Волсофта появился, когда ей было, к сожалению, 6 месяцев. Жалко, что не с первого дня. Да, вот, и она просто не отдала своей бабушке, для которой он был предназначен, плед. Сейчас на 999 рублей преображение. Вы можете по-разному декорировать свой дом, создавать уют. Но и красивая атмосфера. Цвет серый, цвет зеленый и цвет розовый.